За годы борьбы с преступностью я осознал одну истину. Каждый злодей является героем в своей истории. Разрушенные альянсы. Часть первая. Кларк, ты выше этого. В том-то и дело, что борьба за истину и справедливость никогда не заканчивается. А когда она закончится? Когда не останется злодеев. У нас с ними война! Я не хочу причинять тебе вреда, но придется. Одной надежды недостаточно, чтобы спасти мир. Никто из нас не хочет этого. Так ты со мной или против меня? Мы все знали, что все идет к этому. Это лишь вопрос времени. Я постараюсь сделать это безболезненно. Режим будет установлен. Injustice 2. Каждая битва определяет тебя.